Музыка вдохновляет каждого из нас, заставляет двигаться вперед к своей цели и радоваться жизни. 8 декабря в Москве в Российском национальном музее музыки состоялся отчетный концерт в рамках культурно-просветительского проекта «Моя Россия. Музыкальное путешествие». Проект реализуется фондом Оксаны Федоровой при поддержке фонда президентских грантов. И его главная цель – популяризация музыкального наследия великих русских композиторов среди детей и молодежи. Моя учительница по вокалу нам предложила поучаствовать в этом концерте. Сначала к нам приехали, попросили спеть Свиридова. Я исполняла дуэт с девочкой. Колыбельная Свиридова. Очень великолепное произведение. Потом мы узнали, что можно поучаствовать на конкурсе, поэтому засняли видео и отправили его. Потом к нам приходит письмо в колледж о том, что нас приглашают на гал-концерт представлять город Курск. Я очень рада, что это выступление произошло, потому что сейчас очень мало живых выступлений, и это помогает, мотивирует на дальнейшее. Я очень хочу еще больше таких концертов, выступлений, чтобы показывать свой талант и дальше двигаться. Творческое волнение есть. Но оно чуть-чуть, именно в плане за сцены, за кулисами. А когда выходишь уже на сцену, ты чувствуешь себя комфортно на сцене. Потому что ты знаешь, что ты можешь туда посмотреть, зрителю рассказать. Ведь главное же зрителю донести сам смысл текста, произведения.